И перед началом этого видеоролика хотелось бы сказать слова благодарности группе, с которой было, с помощью которой было сделано это видео, и спонсорам тех же группы, которые были в прошлом видеоролике. Все ссылки на те или иные группы будут в описании. Приятного просмотра! Эй, твой хвост закрывает мне обзор. Накахара-сан, что вы делаете? Читаю документ. Нет, я имел в виду то, что у вас на голове. Я увидел его на дороге и не смог пройти мимо. Дазай-сан, вы в порядке? Как я могу быть в порядке? Я просто игрался с ним, а он вцепился в руку и отказывается ее отпускать. Он кусал ее всю дорогу. У вас уже кровь идет. Рампакун выглядит здорово. Почему сердце так стучит? В следующий раз пойдем в обычное кафе. Это было низко. Низко? Мне все равно. К тому же, даже если я это ненавижу, я хочу тебя. В таком случае, если я все правильно понял, то тебе нужно кое-что одно. Я постараюсь снова. Ага. И когда-нибудь Рампакун... По все время думает только обо мне. Поэтому мне весело проводить с ним время. Кроме того, я совсем недавно поняла его чувства ко мне. Так мы оба скоро станем полными идиотами. Хочу эту книгу. Я купил всю библиотеку. Зачем? Блять, Коль, сейчас 3 часа ночи. Угомонись, пожалуйста. Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Все взрослые проблемы я оставлю на потом. Будь я своим отцом, я бы отдал себя в детдом. Ты радикально правый или радикально левый? Я радикально против. Прекрати ко мне приставать. Чувствуешь, как мы притягиваемся к друг другу? Не двигай свой стул в мою сторону. Открывая рот в мою сторону, не забывая о том, что я могу заплакать. Это до боли пустой взгляд. Взгляд, который смотрит на тех, кого не спасти. И взгляд на тех, кто предал мафию, пойдя по доброму пути. И этот взгляд... И горячая обида. Это останется в памяти моей. И поверь, как бы больно ты мне ни делал, я прощу, но буду холоден к тебе, твердя во всю самому себе. Что ты, Дадзая-сама, чертов трус, на кой лжец? Не волнуйся слишком сильно, тебе нельзя. Дадзай, когда ты успел залететь? Девочка-мальчик? Да заткнитесь, блядь, я не беременный. По-моему, там тройня с какими-то истериками. Тройня! Слышь, пёс, я тебе сейчас всеку. Я стараюсь. Ты из Накаджимы. Станешь Накахарой. Я? С радостью. Замолчи. Риноски, отпусти меня. Боже. Я очень люблю тебя. Выходи за меня. Я люблю тебя, Ацуши. Ебанет? Не должно. Чего ты хочешь тогда? Я хочу извиниться за то, что мой попугай-жестко флексил. На заднем фоне мне пришлось переозвучивать. Я не переозвучиваю часть Элис, Сигма и... одну часть Рампу. И, как вы понимаете, мои роли, которые я буду озвучивать очень часто, это именно Элис, потому что мне хорошо получается. Остальное уже по желанию. Килла и Алис. Я буду долго причинять тебе боль и ломать тебя. Ну, типа так. Да. Всем пока. Подписывайтесь на Дадзай. Ну, а на этом я буду заканчивать. Времени на озвучку не так уж и много. Поэтому так и не было долго видеороликов. Я собирала информацию, материал для этого ролика из разных групп и с
со своей группы по озвучке. Если вы хотите поддержать меня или же тех людей, которые со мной озвучивали, зайдите в описание и просто подпишитесь на группу. Там будут выпускаться самые новые и гораздо быстрее озвучки, которые в дальнейшем будут попадать в видеоряд. Вы что-то даже можете в комментариях предлагать, какие-то свои комиксы. Мы, естественно, их посмотрим. И, возможно, именно ваш комикс попадет в следующий видеоролик, в следующую озвучку по бродячим псам. И еще раз благодарю всех своих спонсоров, а именно Депрессионка, группа по комиксам и хэдканонам, и группа по озвучке, и, естественно, группа по ролевой. Если хотите, можете написать туда администраторам группы, и они вас добавят. А так, всего вам доброго, спасибо за просмотр.